Как прошла операция? Пострадавшие есть? Сколько ты сказал? Еще раз, сколько спасенных? Вы точно всех забрали? А Стрельцов? Иван Стрельцов? Понял. Наши мужья живы. Их всех нашли. Мы не поняли. Они живы, это правда. Все живы. Иван, Илья, Тимур, Петр, все. Алеша, Лешенька. Все живы. Лешенька. Была спасательная операция. Их нашли в Танзании. Кулагин не захотел заплатить выкуп, и их продали в рабство. Ну, сейчас их всех нашли. Они все летят сюда, домой. Леша, живы. Они живы. Это какое? Аленушка, умница ты наша. Боже мой. Вызывали? Вызывал. Борт, срочно. Сегодня и завтра все встречи отменим. Машину через 15 минут. Куда полетите? В Дивноморск. Сопровождение, охрана? Никого не нужно. Только я и мой адъютант. Да, и свяжись с местным аэродромом, предупреди, что прилетим. Как оформить ваш визит, Николай Андреевич? Как проверку деятельности торгового порта. Ну что, Рома, доигрался? Теперь не отмажешься. Попал ты по всем статьям. Не ты, а мы попали. Чего? Чего ты смотришь? Вместе тонуть будем. Сволочь ты. Давай только без истерик, без эмоций. Во-первых, давай поднимай все свои связи. Во-вторых, надо что-то решать со Стрельцовой. А что решать? Не ему ж возвращается. Они вместе показания будут давать. Вот и устроим мне с ней встречу. В какой-нибудь спокойной обстановке. Без мужа. Ну, придумай что-нибудь. Ты же с детства ее знаешь. Хорошо. Петька 3 года моего борща не ел. Галь, я думаю, они не по борщу соскучились. Ну нет, все равно. Оливье обязательно надо сделать. Петька его обожает. Так, картошку я сейчас поставлю. Что у тебя с пирожками? Тесто почти готово. Отлично. Мама, а когда папа приедет? Скоро, сыночек. Вечером. А я ему вот что подарю. Ух ты. Отлично. А он мне подарок вывезет. Да ты сам для него подарок. Ванечка, пойдем. Аленушка, Аленушка, тише, не пути его. Ну куда ты его на ночь глядя потащишь? Я попрошу соседку, она посидит. Представляешь, он проснется, а папа уже здесь. Сейчас, 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 сей
Улька моя! Улька моя! Петя! 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 Мамочка! Ты вернулся! Петенька, мой родной! Дорогой мой! Где мой Коля? Где мой Коля? Он же жив! Где мой Коля? Коля! Он же должен убираться! А Коля! А где остальные? Это все, больше никого нет. Слышишь, удочка в кинотеатр, удочка поднялась. А где Иван? Иван, где? Иван! Стой здесь. Алена. 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 Прости меня, девочка. Я сразу тебе хотел обо всем рассказать, но я просто не успел. Понимаешь? Пошли отсюда вон. Пошел вон отсюда. Почему вы мне сразу не сообщили? Я сам узнал об этом слишком поздно. По телефону не смог. Поэтому прилетел, чтобы сказать лично вот. Он погиб. При побеге его ранили. И раненый, он прошел более 30 километров, пока не добрался до лагеря Международной медицинской организации. Умер на операционном столе. Алена, ну он не сдавался, понимаешь? Он все время боролся, и моряки рассказывают, что он постоянно пытался бежать. Мне искренне жаль, что так вышло. Спасибо вам за помощь. Я провожу тебя домой. Мне еще нужно в порт уладить кое-какие дела. Там идет проверка, и я уверяю, виновные в этом будут наказаны. Алена, твой Иван, он герой.
Он погиб, пытаясь спасти всех нас. Он даже не узнал, что у него есть сын. Не говори так. Иван сейчас там, он все видит и все знает. И даже это. Алена, я все знаю. Мне только что сообщили. Простите, я не смогла его спасти. Да чем ты, Аленушка? Ты боролась до самого конца. Ты единственное верила, что Ваня жив. Ой, Господи, за что ж такая несправедливость? Мне передали письмо. Его прощальное письмо. Алена, я прошу тебя, прочитай мне, пожалуйста. Аленушка, если ты читаешь это письмо, значит, меня, скорее всего, уже нет в живых. Прости меня, родная, за твои страдания и муки, за бесконечное ожидание. Как бы я хотел еще раз увидеть твои глаза, прикоснуться к твоим губам. Если бы ты знала, сколько раз я видел во сне твое лицо. Я очень люблю тебя. Твой Иван. Ален, я могу чем-нибудь помочь? Все в порядке. Ну как же в порядке? Весь город только об этом говорит. Я же всех видела. Все живы. А Иван? Иван не вернулся. Ален, скажи, я могу тебе чем-нибудь помочь? В порту идет проверка. Обещали разобраться и всех наказать. А Сергей? Он ведь работал на Кулагин. Он ведь ни при чем, скажи, ни при чем? Я не знаю. Аленушка, я искала тебя. Мне звонил Артем, рассказывал, что помог организовать поиски. Артем очень помогал. Аленушка, я очень прошу, приходи к нам сегодня обедать. И Геннадий Петрович очень просил. Ты пойми его, Алена, он очень переживает. Такие дела творились в порту. Хорошо. Я приду. Но только из уважения к Артему. Аленушка, проходи. Алена, здравствуй. Здравствуйте. Проходи. Спасибо, я на минуту. Вы просили меня зайти? Ну да, проходи, садись. Тебе нахочешь? Нет, спасибо. Алена, мы с тобой знакомы давно. Я к тебе очень хорошо относился всегда и отношусь. Даже думал, что роднёй станешь. Ну, вот случилась такая ситуация. Вы могли спасти его. Вы могли спасти всю команду. Это было в ваших силах. Алена, да бог с тобой. Ну что я мог сделать? Вы должны были разоблачить Кулагина, а вы покрывали его. Алена, это не совсем так. Зачем вы меня сюда позвали? Здравствуйте, Алена.
Сереж, у тебя все плохо, да? На тебя тоже завели дело? Пока нет, пока еще нет. Что ты будешь делать? Не знаю. Можешь продать все. Дом продать, машину продать, валить к чертовой матери. А как же я? Ты возьмешь меня с собой? Слушай, а что, Алена? А ты ее не видел? Она очень переживает. А я говорил, что Иван не вернется. Ха. Я оказался прав. Да. Слушай, вот ты ее подруга, ты ее знаешь, да? Как ты думаешь, сможет она забыть когда-нибудь своего Ивана и полюбить того, кто всегда был рядом с ней? То есть тебя? Я не знаю, Сережа. Черт. И все-таки, Алена, давайте поговорим с вами, как взрослые люди. У меня в конторе и в порту началась проверка. Все благодаря вам. Но смею вас заверить, что если даже дойдет до следствия, я отделаюсь малым. У меня очень хорошие юристы. Алина, подождите, я... Ну, я виноват. Простите меня. Я тогда вас не услышал. Не понял, не разобрался. Я был неправ. Чего вы от меня хотите? Алена, к сожалению, вашего мужа уже не вернуть. Но у вас есть ребенок. Но вы сами подумайте, каково ребенку мыкаться по съемным квартирам, по коммуналкам? Я не буду прикрывать человека, убившего моего мужа. Алена, не надо так. Его убили не мы. Вы! Вы знали, что Одиссей захвачен. Вы знали, что люди нуждаются в помощи. И лгали. Знаете что, Алена, если кто вам и лгал, так это ваш большой друг Сергей. Он прекрасно знал обо всем. И про рейс, и про груз. Кстати, это именно он посоветовал мне взять вашего Ивана. Я знаю. Сергей мне все рассказал. Он очень переживает. А по поводу телефонного звонка он не переживает? Какого телефонного звонка? Из Африки. Ваш муж звонил вам домой. Но трубку почему-то сняли не вы, а ваш лучший друг Сергей. И почему-то Сергей никому ничего не рассказал. Не может быть. А ведь ваш муж хотел передать вам свои координаты. Товарищ Тамиров, здесь еще не все отчеты. Нужно время. Мы практически все выяснили. За Кулагина финансовые махинации, контрабанда оружия, связь с международными террористическими организациями. Ну, в общем, полный набор. Николай Андреевич. Да. Через 40 минут вам нужно быть в следственном управлении. Хорошо. Машина внизу. Я вам сделаю копию документов. Вы сможете ознакомиться, когда освободитесь. Спасибо. И еще, во время проверки вскрылась определенная связь Кулагина и капитана Дальноморского порта Гришина. Что будем делать? Что, вам что-нибудь не ясно? Вы готовьте документы на увольнение. Со своей стороны я все подпишу. Честь имею. Алена, мы как раз... Это правда? Ты предал Ивана? Ален, ты о чем? Иван звонил, чтобы попросить о помощи.
Ты взял трубку и никому не сказал, ничего не сделал, это правда? Алена, Алена, подожди. Этого не может быть. Серёж, Серёж, ну скажи, это ведь не так? Серёж, скажи. Серёж. Правда? Даже как-то легче стало. Зачем ты это сделал? Всегда ему завидовал. Еще в мореходке у него так получалось все легко, красиво. Лучше, чем у меня. Потом работа лучше, в Питере. Меня в эту дуру отправили. А потом... Он приехал и увел у меня девушку, которую я любил. Тебя, Алена. Даже сейчас ему завидую, он умер как герой, а меня посадят как предателя. И ты меня никогда не простишь и никогда не полюбишь. Ты спрашиваешь, зачем я это сделал? Я люблю тебя, Алена. Я делал это все ради тебя. Только ради тебя, Алена. Ты мне отвратителен, Сергей. Ну да. 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 Что значит, как дела? Прекрасно. Завтра улетаю в Майами. На месяц. А что со мной может быть? У меня же связи в прокуратуре. Ну, так и я тоже. Стоять на месте! Руки за спину! Руки за спину! Кулагин Роман Дмитриевич, вы арестованы. Мы взяли его. Входим. Ты? Сережа, можно я войду? Зачем? Я тебе уже все объяснил. Сережа, тебя собираются арестовать. Я знаю, что арестовывают. Пускай судят, все правильно. Сережа, я не верю, что ты мог совершить такую подлость. А зря. Сережа, зачем ты это сделал? Ты сломал всю жизнь Алене. Она никогда тебя не любила. Прости меня, Сереженька. Прости меня. А давай с тобой уедем. Уедем из города, чтобы нас с тобой никто не нашел. Давай уедем. Я знаю, что ты ни в чем не виноват. Ты ничего не сделал, я знаю. Все образуется. Откуда ты знаешь, что я сделал на самом деле? Просто я только тебя всегда одного любила. Мы бы были бы с тобой счастливы. Сережа. Что?
Ты меня до сих пор любишь после всего этого? Я буду ждать тебя столько, сколько нужно. Мы всегда будем вместе. Галь! Галь! А? Привет! Привет! Ну, как вы? Хорошо. Знаешь, мы с Петькой в отпуск собрались. В санаторий. Ты ж понимаешь, что такое даром не проходит, но врачи они сказали, что все поправимо. А ты что хотела? Посоветоваться хочу. Все так запуталось. Я же не знала, что Паша вернется. А он что говорит? Ничего. Как узнал, собрал вещи и ушел. Галь, ну что делать-то? Мне так стыдно. А как Алена? А Алена, она плохо молчит. Днем на работу, в больницу ходит, вечером возвращается, с Ваней гуляет. 2 недели уже. Видно, она же больше всех верила, что они вернутся. А мне кажется, она до сих пор верит. Знаешь, что я решила? Я верну Пашу. Разведусь, Виктор все простит, брошусь Паше в ноги. Главное, чтобы он простил. Он простит. Наташка, прости. Сынок, ты наш с твоим папой берег. Мы сюда приходили с ним, когда познакомились. Мы здесь были счастливы. Очень-очень. Я, когда вспоминаю о нем, часто прихожу сюда. Этот кораблик подарил мне твой папа. А ты плачешь? Нет, сынок, я не плачу. Это солнышко глаза светит. Здравствуйте. Ну, все. Похоже, с этим делом разобрались. Виновные задержаны, идет следствие. Я думаю, что их накажут по всей строгости закона. Спасибо вам. Я вижу, совсем не рада этому. Ивана все равно не вернешь. Поверь, мне очень жаль. Ален, ты знаешь, здесь недалеко есть наш ведомственный санаторий.
Я мог бы забронировать путевки, и вы с Ваней не согласились бы поехать со мной на море на несколько дней? И тебе, и Ване полезно хоть ненадолго сменить обстановку. Да хватит ему видеть одно горе вокруг. Ну пусть побегает, искупается в море, порезвится, я не знаю, ну подышит настоящим морским воздухом. Ну дай ты ему порадоваться. Это же мальчишка. Как красиво. И как давно я здесь не была. А я вам завидую. Живете в таких местах. Ну да. Только выбираемся сюда редко. Так всегда и бывает. Не ценим мы то, что рядом. Знаете, Алена, у меня такое чувство... Странно, как в детстве. У моего отца был старенький москвич. И мы каждый год выезжали в Крым на все лето. Ставили палатку, ловили рыбу, в общем, путешествовали. Ну, я надеюсь, мы не будем жить в палатке? Нет. Красиво здесь, правда? Да, очень. Море, оно всегда разное. На него можно смотреть бесконечно. Ты права. Море всегда разное. Я в последние годы только и делала, что стояла и смотрела на море. Вот и сейчас. Алена, мне правда очень жаль. Надо как-то жить иначе. Мне хочется уехать куда-нибудь подальше отсюда. Например, в Питер? Можно и в Питер. Почему бы и нет? Ваня! Вань! Ну? Идем обедать? Не хочу. Секундочку. Мороженое хочешь? Хочу. Тогда идем обедать мороженым. Но вначале щи, макароны по-флотски и кисель. Какая вот это красота! Да. Ух ты! А что там у тебя? Ракушка. Ты эту ракушку на берегу нашел? Пойдем искать? Пойдем! Мы не пойдем, мы побежим! Мы не побежим, мы полетим! Спокойной ночи! Спокойной ночи!
Алена, здравствуй. А вы давно вернулись? Здравствуйте, Маргарита Семеновна. Да нет, только что. Как вы себя чувствуете? Да, честно сказать, не очень. Сердце что-то пошаливает. Алена, я хотела просить тебя, переезжайте ко мне с Ванечкой. Ну, совсем. Пожалуйста. Я с Ванечкой побуду. А места всем хватит. Спасибо, Маргарита Семеновна. Я подумаю. Ален, ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ну, может быть, здесь, в Питере, ты встретишь какого-то хорошего человека. Да и мне веселее будет, а то, знаешь, как сердцем прихватит, даже скорую помощь вызвать некому. Маргарита Семеновна, вы не переживайте. Я обязательно приеду к вам. С Ванечкой. Спасибо. Прощай. Алена, успокойся. Все будет хорошо. У тебя начинается новая жизнь. Другая. Хорошая жизнь. Я тебе это обещаю. Давай, Ваньку. Ну-ка, иди ко мне, мой хороший. Вот так вот. Товарищ контр-адмирал, экипаж к полету готов. Командир корабля Токарев Борис. Вольно. Заходите на борт, сейчас полетим. Подождите. Что-то случилось? Нет. Простите, я не поеду. Это ошибка. Это неправильно. Я не поеду с вами. Скажи водителю, чтобы домой отвез. Есть. Домой их отвези. Понятия не имею, какое зелье доктор вколол мне. Но когда пришла охрана шахты, я не только выглядел как труп, но и чувствовал себя так же. Ночью индус вывез меня из лагеря и поручил вождю племени. Он когда-то спас его ребенка. Так началось мое путешествие. Бедуины, рыбаки, контрабандисты.
Ирония судьбы. Из Турции я плыл на баркасе, который прежде возил грузы Кулагина.